Доброго всем утра. Сегодня у нас 10 июля 2019 год. На часах у нас без 15:09. Наша нынешняя дислокация — славный город Краснодар. Значит, у нас сегодня была запланирована поездка в Крым. Генеральские пляжи. Никогда там не был. Не были мы своей семьей, ни я один, ни моя семья. В общем, едем туда. Вот навигатор уже готов, показывает нам 4 часа 29 минут, 270 километров. Ну, в общем, что получится, смотрим, прогреваемся и едем. Добрались до моря. Мы тут познакомились с людьми тоже, с Краснодаром. Вот. Ну смотрите, ребят, вот похоже это на Россию, когда вот так вот стоишь. Вот такой пляж розовый, вот такие вот скалы, такое море. И море теплое здесь, реально классно теплое. Вот, там еще есть одна бухта, потом туда тоже поплывем. Здесь можно понырять, поплавать и довольно-таки мелко. Сейчас будем переодеваться и раскладываться.
Ребят, буду с вами честен, как всегда, откровенен. Вот это место, где мы сегодня отдыхали, где провели эти великолепные 6 часов. Я считаю, это самые лучшие пляжи, которые я вообще когда-либо видел в России. Лучше они, как минимум, по нескольким причинам. А первая причина, что для меня весьма очень, скажем так, важно, это здесь мало, очень мало людей. Мы здесь отдыхали с семьей тоже с Краснодара, познакомились здесь. Вот, это наш пляж. Вот, вот здесь вот вещи, вот наши вещи, вот наших товарищей, их палатка и все. И вот это море, оно ваше. Это небо, оно ваше. Здесь нет людей, здесь нет инфраструктуры, кому-то это важно, кому-то это критично. Но, в принципе, до ближайшего поселка можно доехать минут за 40-50. Там, в принципе, есть все, начиная от продуктов питания, заканчивая алкоголем. А вторая причина, что я считаю, это место хорошее для отдыха детей, по одной из причин, то, что реально здесь мелко. Где-то вот примерно вот тот камень, где-то вот, вот это удаление от берега, ну метров, наверное, 20-30 метров от берега, там мелко, мне по пояс. Если ребенок там 7-8-летний, он спокойно может сам плавать, вам не нужно вместе с ребенком своим находиться постоянно в воде. Вы просто сидите на берегу и наблюдаете за ним. Здесь крайне удобно плавать. Блин, ну... А какие еще могут быть причины? Так что вот так вот как-то. И сегодня я освоил две профессии. Начал осваивать. Первая профессия — это оператор подводной съемки. Я снимал под водой, прям очень много сегодня наснимал. Думаю, может, что полезное и получится. И вторая профессия — я освоил профессию ловца жемчуга. То есть вот эти вот миди, вот эта 5-литровая банка. Ну, тут, конечно, уже не все. Ловил я. Здесь мидий просто капец. Вот, вот там вот я ловил, на вот этих камнях. Там их тьма. Ну, я насобирал где-то килограмм, ну, где-то, наверное, за час. И то я больше любовался красотами и прочими-прочими вещами. Ну, в общем, ребят, серьезно, место классное. Место классное. По итогу, что у нас получилось по деньгам, как всегда, да? Финансовая сторона вопроса. От Краснодара до этих мест, в грубую будем считать, 300 километров. Туда-обратно 600. Ну, расход у нас был маленький. Мы потратим порядка 40 литров. Ну, по деньгам это, ну, 2000 рублей. На продукты 1000-1500. Ну, получается сколько? 2 плюс 1500, 3500, 4000 на день с семьей отдохнуть в великолепнейшем месте. Блин, ребят, это круто. Я влюбился в это место. Здесь есть куда поехать. То есть здесь таких бухт, их далеко не одна. И далеко не две. Тут до хрена таких бухт. Как вот в это невозможно влюбиться. Знаете, сколько здесь ракушки? Тут ее килотонны. Собирай, делай поделки. А какие камни здесь красивые. Как природа старалась. Веками все это вот так вот. Эрозия. Водяная, ветровая. Круто, 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 ребят. Согласитесь, это место, которое... Ух ты, блин. Это место, которое вы просто обязаны посетить, чтобы разделить со мной все эти эмоции. А водичка тепленькая, тепленькая водичка. Я, честно говоря, вот жалею еще, знаете, о чем? О том, что всего лишь здесь я провел день. Один день для этого места — это очень мало. Очень мало. Я бы здесь остался бы с ночевочкой. Еще на денек. Здесь круто.
великолепнейшее место, я влюбился. Я должен попробовать здесь. По-любому.